Всем огромный привет! Очень рад быть снова с вами. И сегодня, как всегда, хочу поделиться своим новым заказом из компании Avon по седьмому каталогу. Конечно, покажу, с какого каталога я делал заказ. Такой у нас идет седьмой каталог, думаю, всем известный. Много кто уже получил этот заказ, кто-то еще думает, кто-то еще ждет. Вот, ну, я хочу показать, что же у меня приобрели. Заказ небольшой, но думаю, будет интересный. Так что, кому интересны такие ролики, приятного вам просмотра. И давайте приступим. Первое, что хочу вам показать, здесь не было никакой суперцены, каких-то там скидок, акций. Это был в этом каталоге мужской набор. Что у нас набор ходило? И набор стоил 149 гривен, если я не ошибаюсь. Вроде где-то так. В набор у нас был, это серия Senses. Это, как всегда, в мужских сериях идет у нас два в одном. Это гель для душа и шампунь для волос. Это у нас Энергия Океана называется. И он идет у нас дезодорирующий, освежающий. Действительно очень приятный, такой вот прям свежий, летний, освежающий аромат. Даже мне чем-то вот еще какие-то все-таки у меня присутствуют здесь, вот я нюхал нотки какой-то вот мяты, вот именно как-то вот действительно такой прям бодрящий свежий аромат. Как раз на жару такой гель пойдет самый-самый раз, вообще просто бомба. Также в этот набор у нас входило, это на серии идет Keomen, это комплексное средство для лица, два в одном, бальзам после бритья и увлажняющий крем. Мягкий уход, 100 мл, вот такой вот тоже идет тюбик. Вроде кажется, что такой небольшой, но я надеюсь, что он будет экономнее, хватать его будет надолго. Потому что я себе такие продукты не приобретаю, к сожалению, они мне не подходят. Так что вот так. И, во-первых, что бальзамами после бритья я вообще не пользуюсь. Я только после бритья пользуюсь от Faberlic, это Expert Pharma. От антиакне, типа оно сразу снимает раздражение, покраснение и так дальше. Так что такими вещами я не пользуюсь. И тем более еще тут, и еще, как говорится, два в одном, и увлажняющий крем для лица. Ну, это как-то вот... Нет, я люблю, чтобы это все было как-то вот у меня по отдельности. Ну и не только то, что я там люблю и не люблю, ну, мне не подходит. Мне некомфортно потом. Следующее, также последнее, что в набор это входило, это гель для бритья, мягкий уход, 100 мл. Также он небольшой, ну, я не знаю, хватит надолго, ненадолго, потому что я как-то вот пробовал, мне просто дарили такой же самый, мне, допустим, гель для бритья вот этот не понравился. Как-то вот для моей кожи он как-то вот растекается, он нормально не пенится. Вот, я такие продукты не люблю. Ну, как всегда, на вкус и цвет товарища нет. Так что, что тут? Так что, вот такой вот наборчик получался за 149 гривен. Где-то вот так. Так, думаю, будет тут видно, если что. Так, следующее. Также у меня приобрели тоже там, просто была хорошая вроде цена, 60 с чем-то или сколько, не помню. Не буду обманывать вас. Это идет у нас корейская серия. И это пилинг, скатка для лица. Вот, рисовая радость. Думаю, всеми тоже знакомая. Много кто уже приобретал, много кто уже тестировал. Вот, честно, я себе ни разу не приобретал такие продукты. Но как-то вот для меня, ну, все равно для меня очень сильно кусаются цены. И, во-первых, что как-то вот у меня руки не тянутся, допустим, к пилингу, да, вот именно. Тут его, ну, можно сказать, не так уж и много, 10 мл. Вот, ну как-то вот, не знаю, не тянутся, и также и маска там ночная есть, тоже как-то вот у меня руки не тянутся, я не знаю почему, но как-то вот, или то, что у меня действительно как-то вот цены смущают, из-за этого я как-то вот, нет у меня желания их приобретать. Но у меня решили приобрести и попробовать именно пилинг-скатку, так что надеюсь, что понравится. Вот, так что вот так, бо ничего о ней сказать не могу, классная, не классная, не знаю, не пробовал. Также у меня еще плюс приобрели, это у нас идет серия NU Clinical, и у меня приобрели, это ровный тон и укрепление, система 2 в 1, вот темный круг под глазами, крем, корректор и гель. Вот такая вот идет упаковка, тоже, думаю, всем уже известная, это недавняя новинка. И также приходит все запечатанное в следу, так что тоже спокойно можно дарить на подарки. И также здесь у нас идет 20 мл именно вот этого продукта.
Так что надеюсь также, что понравится, потому что тоже никто еще пока у меня его не брал. Отзывов именно от своих еще и не слышал, себе точно такой тоже не приобретал. Так что уже услышу отзывы, потом уже буду точно знать, хороший продукт или нет. Также приобрели, тоже была там хорошая цена, 60 с чем-то гривен, приобрели у меня гель для душа серии Senses. Это драгоценные масла, мед и гордения. Крем-гель для душа с сандаловым маслом, 500 мл. Очень вкусно, приятно пахнет, вообще просто вкусняшка. Мне вот аромат очень-очень понравился. Такой прям именно теплый, сладенький какой-то. Такой. Для меня такие вот ароматы более подходят, еще плюс он кремовый. Более для меня они подходят как-то вот на холодную погоду, как-то вот именно на зиму или просто холодная погода, да, там осень или холодная весна. Потому что мне вот эти ароматы более какие-то идут такие прям загревающие, что-то вот такого вот рода. Потому что на лето мне кажется, что это слишком будет как-то вот тяжеловат по поводу аромата. И плюс кремовые также я всегда стараюсь именно использовать в холодную погоду. А летние, то больше приобретаю, ну, использую только гелевые, гели для душа. Так что тоже часто у меня приобретают, и приобретали у меня в маленьких, и меня, ну, типа по 250 мл. Очень понравился, и решили приобрести теперь за 500 мл. Так что почему бы и нет? Если действительно очень-очень нравится, то, конечно же, нужно приобретать. Также еще один гель приобрели. Это тоже недавняя новинка. У меня в предыдущий раз приобретали этот гель для душа. Опять же, мужской. Очень понравился. И этот раз также решили приобрести. Это, опять же, два в одном. Гель для душа и шампунь для волос. Так, называется... гирский маршрут. Вот такой вот именно гель, потому что это изготовитель Польша, потому что здесь нету по-нашему, тут только вот на украинском есть перевод, 250 мл и аромат. И в тот раз я вам говорил, думаю, вы знаете, что он приятненький, все, но для меня он мужской, ну как-то вот таких ароматов я немножко, конечно, задыхаюсь. Но он такой свеженький, приятный. Так что тоже надо сказать, что он освежающий, также на лето подойдет самый-самый раз. Да, главное как-то все ставить, чтобы было как-то все видно. И последний гель, который у меня приобрели. Слава Богу, что уже он пришел в нормальном состоянии. И в каком плане нормальном состоянии? Сейчас я вам покажу, вы мне сразу поймете, о чем я имею в виду. Также у меня приобрели гель для душа Senses. И это у нас идет так. Боже. Прям понимаете, любовь. Любовь у цветах. Вот, наконец-то перевел, потому что у нас тут на украинском. Вот, я думаю, вы поняли прекрасно, да, потому что когда только-только была новинка, да, и в каталоге была именно вот и кремовая основа, да, а приходила, знаю, что многим и представителям, и просто покупателям приходили, да, именно и на гелевой основе, просто прозрачные, да. Вот. А по натуре, да, должны быть именно кремовые, так что я очень, конечно, доволен этому, что именно действительно пришел именно на кремовой основе. Это, конечно же, круто. Еще раз повторюсь, 250 мл, как раз хоть понюхаю аромат, потому что у меня еще его не приобретали. Это первый раз. Ну, такой вот свеженький и конкретно действительно такой вот прям цветочный аромат. Такой прям цветочный-цветочный аромат. Вот, так что приятный аромат и, слава Богу, что идет кремовый. Это уже большой плюс. Вот. Так, следующий мне аромат приобрели. Так, ну, я не знаю, как всегда, Игорь будет листать по каталогам, потому что, ну, а как же ж по-другому. Игорь только не может клеить, Игорь будет листать. Также у меня приобрели аромат. Аромат и шел он, типа, как, типа, там... Я не могу сказать, что распродажка, потому что цена там такая была... Не прям из дешевых, там что-то 200 с чем-то гривен этот аромат стоил. Вот.
Потому что цена, конечно же, не, на него немного подросла. Потому что раньше он был намного дешевле стоил, этот аромат, чем именно сейчас. Вот. Ну, я же говорю, пока Игорь найдет, будет долго и нудно. Так, нашел. И сейчас он стоит 259 гривен. Ну, для этого аромата он немножко, конечно же, завышен. Это, так, я не буду ругаться, я вам сразу просто покажу, что это за аромат. Думаю, всем известный этот аромат. И сюда у нас входят и лепестки розы, гордения и сандаловое дерево. 50 миллилитров. Все в слюде, то, что можно дарить на подарки. Если вы помните, еще один, второй аромат появился. Именно в синей упаковке. Но сейчас я вам покажу. Вот именно их идут. Тут два аромата. И если вот для меня, то для меня самый лучший аромат мне понравился именно синий. Вот этот аромат мне как-то вот не очень так понравился. Ну, и как всегда, говорю, на вкусе цветов вообще нет. Клиентке очень понравился этот аромат, и она решила его себе приобрести. Так что вот так. Так что супер. И следующее. Также я наконец-то себе приобрел аромат. Конечно же, не знаю, может, в мой огород сейчас пойдут камни. Но я на это как-то стараюсь не обращать внимания. Вот, в каждого, как говорится, каждое мнение, как 100 человек и 100 разных мнений. Это ж такое бывает. Ну, мне как-то по барабану, я всегда себе приобретаю то, что мне нравится и от чего я тащусь. Вот, и не имеет значения, если это будет кака или это фу, так не, нельзя, еще что-то нельзя. Во-первых, что я всегда говорю, что не нужно кого-то обсуждать, не нужно кому-то рассказывать, учить кого-то. Я думаю, что надо в первую очередь смотреть на себя или в окружающей, в своей семье. Боже, я прям так конкретно что-то так прям, я не знаю, значит, я такое что-то должен показать, что прям такое ощущение, что сейчас буду лифчик показывать. Так, и наконец-то в этом каталоге появился этот аромат. Я такой в восторге, потому что его очень давно не было в каталогах. Я помню, раньше его приобретал, и у меня на второй день сразу его продали, потому что я приобретал на продажу. Сразу забрали. Мне очень он понравился. А потом я думаю, баран, почему я его не приобрел? И, ну, сейчас я, конечно же, покажу, что, а потом расскажу дальше. Это, конечно же, идет у нас Аймери Эликсир. Думаю, всем знакомый аромат. 50 миллилитров. Вот, я от него, честно, в восторге. Я, когда на себя брызгал, боже, он именно действительно очень вкусно открывается на коже. И он действительно получается как унисекс. Он совсем не получается как женский. И во-первых, что я всегда говорю, что и женская кожа, и мужская кожа всегда разная. И она не будет открываться, допустим, женский аромат, не будет на мужской коже открываться как женский аромат. Он будет более открываться унисексом. Вот, так что я очень остался в восторге от этого аромата, и я, когда продал, я потом пожалел, что я его все-таки продал, потому что, я думал, будет еще какие-то скидки, какие-то вот хорошая цена, я себе еще обязательно приобрету. Но, как оказалось, что их давным-давно уже не было в каталогах, в продажах, и я немножко был расстроен, и когда я в этом каталоге увидел, честно, я просто-напросто прозрел, что думаю, слава Богу, что он все-таки есть. Так что приобрел и с огромным удовольствием буду пользоваться, потому что аромат, ой, я просто от него тащусь. Ой, кошмар, я же говорю, прям радости, как говорится, немає меж. Так что я очень счастлив, что он есть, и я его приобрел. И какие здесь входят у нас нотки. Так, здесь у нас идет ожина, абсолю, и роза, и ваниль. Вот такие вот нотки в этом аромате. Ну, просто. Ой, боже, она, я же говорю, открывается, ну, действительно, как унисекс. Он такой прям пряно-сладковатый, такой прям богатый аромат. Он даже более какой-то вот вечерний аромат, ну, бомбезный аромат, я просто от него в восторге. Так что я очень довольный именно вот этой своей покупкой. Так что радость, радость, полные штанцы. И следующее, что хочу я также показать, также у меня приобрели это маски для лица. Также была хорошая там цена, вроде, да, потому что если была бы
Не акции, у меня бы, наверное, бы не приобрели. Там хорошая цена вроде на них была. Так, сейчас я посмотрю. Кстати, да, кстати, вот за это, когда я вам показывал, да, у меня приобретали. Если это была акция. Если вы приобретаете что-нибудь из каталога, тогда можно было приобрести и за 60 гривен. Так что именно вот такая вот была акция, и за это у меня решили вот приобрести. Вот, потому что мне же говорю, что тоже кто не смотрел, всех вечно кусалась цена, и у меня его никто не приобретал. А тут я же думаю, приобрели, думаю, что-то тут я не договариваю. А тут, когда я вот заметил, то действительно, тут просто акция была, и за это у меня приобрели. Так, очень весело и чудесно. Ну, если что, вы простите, если я вам просто-напросто не назову цены. Потому что я, честно, я не могу вспомнить все эти цены. Вот, и первое, мне заказали маску для лица Планета Спа, райское увлажнение с маслом оливы. Вот такая вот, 75 миллилитров. И, кстати, очень хорошая, потому что у меня как-то приобретали, я не пользовался. Но говорили, что неплохая, что хорошая. Плюс у меня тоже спрашивали по поводу этой маски, какая она хорошая или нет. Я сказал, что я не знаю, потому что я действительно себе не приобретал, я ничего не мог сказать. Вот, ну тут вот у меня приобрели, попробуют, скажут мне точные результаты, и буду я потом уже точно знать, хороший продукт или нет. Но я в данный момент пока себе не приобретал, потому что у меня есть пока чем пользоваться, то я пока воздержусь. А еще понятно, что сейчас еще не то состояние накупливать и все складировать. Так что лучше это сделать попозже, если действительно вот конкретно вот мне захочется вот именно взять и попробовать. И еще одну маску мне приобрели. Это у нас идет, это именно кремовая маска. Вот. А это у нас идет маска-пленка. Это глубокое очищение с корейским древесным углем. Очищающая маска-пленка для лица. Здесь уже идет 50 миллилитров. Так что, также, если вот посмотреть, она идет такая именно... такая вот серенькая. И аромат такой какой-то вот именно, даже какой-то вот двуякий, какой-то вот именно и свежий, и какой-то и болотный аромат, что-то такое вот. Ну, чтобы сказать, что очень сильно противный аромат, нет, не противный аромат, приятный аромат. И также олива, она у нас идет такая вот прям кремовая, ну вот, если будет видно, вот такая вот, немножко зеленоватая, нежно-нежно зеленый. И такой очень приятный, такой вот именно еле-еле ненавязчивый и какой-то вот именно такой вот прям зеленый аромат. Но еле-еле слышно. Так что думаю, что останутся в восторге. Вот. Так, следующее. Также у меня приобрели это лак для ногтей. Это серия Color Trend. И это идет у нас красный. Ну, опять, то, что красный, это красный. Ну, то, что какой там действительно должен было быть название этого лака, то это, конечно же, прям загадка. Сейчас попробую быстренько найти. Я вспомнил, что это приобреталось не в каталоге, это приобреталось в распродажке. За это я думаю, что я не могу найти. Но он сам по себе идет красного цвета. Я думаю, если я как-то вам показывал, у меня уже приобретали. И также вот он идет у нас в сводче. Вот он. Ой-ой-ой. Вот. Так что. Хороший лак. Очень хорошо ложится. И, кстати, что я наносил всего лишь один раз. Так что очень хорошо, равномерно, плотно ложится. Вот, не плешавит. Так что очень, конечно же, достойный. Еще плюс это Color Trend. Так что вообще просто супер. И также вот я говорил вам по поводу Планету Спа маски, да. Там была акция, наконец-то я нашел. Знаете, одну искал, вторую нашел. Там была акция. Если вы делаете что-нибудь из каталога, тогда любую маску для лица можно было приобрести всего лишь за 40 гривен. Так что
достойная именно что цена, хорошие акции, то почему бы и не приобрести? Из-за этого у меня приобрели именно две маски. Также еще у меня приобрели, это у нас идет, сейчас я вам достану, комплексные средства для вот понимаете, когда вот когда тут резко украинский, а тут резко русский, и потом сразу перевести это что-то с чем-то. Так, и комплексное средство по уходу за ногтями 7 в 1. Это у нас идет BB лак. Идет вот такая вот упаковочка. Он именно в такой вот коробочке приходит. Также здесь у нас название лака. И по названию это у нас идет, называется кремовые вершки. Вот так вот название. И покажу вам этот лак. И сам по себе идет вот такой вот лак. Такой вот прям. И плюс здесь он. Вот он. И также я его наносил одним слоем. И сначала, когда наносил, он немножко, как мне казалось, что он плешивит. Но когда я начала, ну так вот именно распределять, то нет, он именно что хорошо потом начал ложиться, равномерно ложиться. Так что второй раз я не наносил. Это первый слой именно вот этого средства. Очень такой прям приятный оттенок. И теперь я покажу вам еще его в каталоге. Именно вот этого лака, как он здесь смотрится. Вот, если вот. И он самый последний. Вот он. Так что я думаю, будет видно. Ну, если вот посмотреть, да, то он, кстати, похож. Вот. И в жизни он похожий, как и в каталоге. Так что очень такой вот прям интересный цвет. Так что я сразу знаю, что 100% останутся довольны именно вот этим лаком. Так, и предпоследнее, что также хочу вам показать. Также у меня приобрели губную помаду. Вот, губная помада, это также была у нас акция. А акция, также, если вы приобретаете что-нибудь из каталога, тогда вы можете приобрести губную помаду Призму всего лишь за 70 гривен. Также очень хорошая цена. Из-за этого у меня решили приобрести. Как всегда, она приходит именно в такой вот коробочке. Так, здесь у нас идет название. Думаю, видно. Вот, а по названию у нас это идет сахарная вата. Ну, я вам покажу сейчас, какая она сама, и покажу вам, какая она в каталоге. Так, и упаковка, как всегда, в призмы. Вот такая вот интересная. И когда мы вот открываем, вот получается, она вот такая. Очень красивый, такой прям нюдовый цвет. Ну, очень такой прям приятный. И как раз, как можно сказать, повседневный цвет. Аромат. Очень тоже приятный аромат. И теперь давайте посмотрим именно в каталоге. Совпадает, не совпадает, да? Так, вот он идет, вот этот оттенок. И если мы вот посмотрим, то в каталоге он немножко идет темнее, потому что в жизни он идет более такой вот именно натуральный цвет. И более он идет такой вот прям светлый, чем вот здесь, потому что здесь он намного темнее, чем в жизни. Но зато вот такой вот прям интересный, приятный вот оттенок. Вот, я знаю, что останутся в восторге, потому что когда приобретали, то спрашивали, не слишком он будет темный. Я говорю, что не должен он быть слишком темный. Так что слава богу, что действительно он нет, он не слишком темный, чем ну, в каталоге он немножко темнее, а в жизни он как раз самый-самый раз. Так что это, конечно же, супер. И последнее, что хочу я вам показать, также была у нас акция. Это если вы сделаете с каталога на сумму 300 гривен, тогда вы могли бы приобрести или женские, или мужские солнцезащитные очки. Но я себе, конечно, не приобретал, потому что здесь всего лишь один выбор для мужчин, и у меня такие приблизительно очки были.
то я себе все-таки решила их не приобрести. Но у меня решили все-таки приобрести, и это хорошо, потому что как раз была очень хорошая цена по акции. Они стоили всего лишь 159 гривен. Очень хорошая цена. Как всегда, приходит вот такой вот короткий. Открою сейчас. И называются эти очки у нас... Никак не называется, понимаете? Нету названия этих очков. Вот, но я вам покажу потом в каталоге. Так, вот в такой вот именно мешочке приходит. Так, ширина оправы у нас идет 3,5 сантиметра. Сейчас я достану. Как же достать? О, достал. Вот. Если вот так вот посмотреть, тут даже такая вот штучка есть, одна. Вот, и сами по себе вот такая вот идет. Так что так, оправа у нас 13,5. Так, ушки у нас идут 13,8 сантиметров. И высота линзы 5,1 сантиметр. И также, так, защитные ультрафиолет здесь УВ-2. И он и пропускает солнце 18-43% освещения. Так что они такие вот, если вот даже видно по линзам, да, что они не такие прям сильно-сильно темные. Они именно такие, как получается амбре. Типа что из темного к светлому идет. Потому что верх более темнее, низ идет немножко светлее. Вот. Ну, что хочу сказать. Само оформление очко очень интересное. Ну, такое интересное оформление. Также они не тяжелые. Так что, если что, не будет никакого дискомфорта. Так, я одену. Вот, мне можно. Ну, я понимаю, что это женские. Ну, просто я одену, чтобы вы просто имели в виду, какие они идут вообще на самом деле. Конечно, это бумажка. Мне всю парафию портит. Ну, я если вот так сделаю... Ой, вы знаете, я что хочу сказать, мне как всегда, знаете, кто под лицо все к лицу. Женские, не женские, все вечно подходит. Так что сами по себе они такие, очень хорошо они держатся, очень удобно. Вот, не утяжеляют. И также, что мне очень нравится, что они не очень сильно вот здесь ложатся на кожу. Вот, из-за этого они не будут так сильно потом потеть и все остальное. Так что это меня, конечно же, очень-очень радует. Так что, если вот так посмотреть, вот, очень-очень круто. Не, ну, очки действительно неплохие. Так что, я надеюсь, что останутся в восторге от этих очков, потому что действительно очень-очень достойно. И в каталоге они идут, сейчас я вам покажу, какие они в каталоге. И вот они в каталоге. Вот на барышне. Вот. Так что, хорошие очки. Вот, это, конечно же, бомба. Так что останутся довольны. Так что все, мои хорошие. Вот такой был у меня небольшой заказ из компании Avon по 7-му каталогу. Надеюсь, было что-то интересное, может что-то и полезное. И как всегда, до новых встреч. И всегда жду ваших комментариев. Обязательно пообщаемся. Если что-то кого-то заинтересовало или что-то непонятно, спрашивайте, объясню, расскажу и... чуть ли не покажу. Так что все, мои хорошие. Спасибо, что вы были со мной. И до новых встреч. Целую и люблю. Ваш Игорь. Пока-пока.